На неделе региональный оператор ГТО примет нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» у работников образования и науки. Сообщается, что в спорткомплексе «Дахсун» желающих пройти испытания перевалило за 400 человек. За заветными значками приехали из близлежащих улусов, пригородов и Якутска. Напомню, что в этом году региональный оператор будет внедрять ГТО повсеместно. И это было первое мероприятие среди взрослого населения. В марте месяце испытания пройдут выпускники. Как известно, хорошим подспорьем для улучшения результатов итоговой аттестации может стать значок ГТО, который студентам засчитают как плюс к баллам ЕГЭ. Сейчас они выполняют упражнения по силовым видам, по гибкости. Завтра будут по беговым упражнениям выполнять. Но в последующие месяцы мы планируем проведение прикладных видов. Это стрельба, плавание, лыжи, метание снаряда на дальность, если погода позволит. Ну, упражнения несложные, простые, нормативы такие. Как бы, ну, нормальные, в принципе, по статистике. Не тяжело сдать будет, если подготовиться.